Флэш. В колде. Какой новый режим? Какой? Я тебя слушаю, Джорджо. Какой так, режим? Все, все отлично. Новый режим в колде, все, слышишь, Флэш? Пишет. Да, да, окей. У тебя 36 да, просмотров, ты видел? Режим. Сколько? 36. Офигеть. У тебя, да? На стриме. Я в шоке, если честно. Да, я тоже. Да предыдущим? Да, который закрылся. Офигеть, я понял, я понял. Дробовики и снайперки, а, что это? Мелкотня. А, это не по-нашему. Я думал в Battle Royale. Спасибо режим, за лайк, да, опять. Да, я тоже думал что-то интересное, но... Так... Пригла скинул. Буду видеть ваши смс-ки. СМСки. Чат, короче. Не превращайся в Шимона, ни в коем случае, Флэш. Да, да, да. Не спускаемся. Давайте, ребят, скидывайте стрим друзьям. Будем набирать аудиторию, нам будет интересно. Давай, смотри новый режим, расскажешь. Главное, что вам весело. И нам приятно. Нам тоже. Да. Так что все мы в плюсе. Приглашайте друзей. Может, стрим начать? Начни, почему нет? Кстати, давайте... Блин. А у меня нет другой мышки, чтобы немного управлять. Так, ребят, вы не против? Я секунду переключусь. Оставлю... Хотя, Цен, ладно, я на вожатого переключился, респаун. Я думал просто оставить ссылку на канал Семёна, потому что мы так занимаемся этим вместе. Но давайте уже сделаю потом тогда. О, у меня, кстати, прикольная превьюшка получилась сама по себе на втором стриме. Посмотри, Семён. Где? Случайно, типа? Да-да-да, ну типа сама, понял. Ну-ка. Так. Охереть, да. Классно, да? Это из-за того, что это во время того, как ты начал стрим, типа, да? Так оно да, делается. Да, я просто его сразу начал, как игру запустил, и оно мне вот. А у меня. Так сказать. А у меня расплывчато все. Почему у меня всегда в карте? Так где мне просто повезло на самом деле. Я не понимаю, у меня вообще. Что? Я не могу это понять. Так, в новом режиме отряд из трех. Прикольное превью, спасибо, да, случайно вот вышло. Забавненько так. Почему пятница 13-я, а там сзади Фредди Крюгер? Вот, давайте это оставим. Сейчас я поставлю на предыдущий стрим. Опять он ищет миллиард лет. Посмотрите там предыдущий стрим. Я заменил превьюшку, картинку, видео. По-моему, прикольно вышло. Просмотрим. Обычное значение. Время просмотра в минуты выше, бла-бла-бла. 145 минут. Просмотры 43. Ого. Ого, сколько нас смотрят. Сколько нас смотрят. Так, почему так долго? Давайте водички выпьем.
Ну, ты можешь зайти, но я думаю, это будет мешать, если Семен не против. Семен. Что? Джо-Джо спрашивает, если может в тусу зайти. Как хочешь. Мне кажется, это будет мешать прогрессу. Ну, просто, типа, будет шумно. Да. Ну, как ты третий это, но, типа, я не знаю. Гастер, кстати, если все-таки не отпишешься потом, как планы, будем стримить еще, я уже говорил, Хищника, и снимать прохождение Призрак Цусимы, если знаешь, новая игра выйдет. Вот, так что, если тебя интересует такое, то оставайся подписанным, и можешь подписаться на Семена. Я потом оставлю ссылку на его канал. Вот. Будет очень приятно. И зови друзей. Будем да. очень рады компании. Как можно больше, тем лучше. Будете нам давать мотивацию. Ну, Семену надо мотивация, потому что он очень ленится. Да. А я так, изредка ленюсь, а изредка стараюсь. Но еще работаю, так сказать, над качеством. Так что будем очень рады. Я не отпишусь. Спасибо, спасибо. Так, ну что это очень долго, очень-очень долго. Опять. Мы играли, играли, все, так все искало, кажется, да. Уже, мне все, кажется, иссяк, да. Да нет, почему иссяк? Сейчас мы... А, настроить? Настрой, кстати, чтоб ты со мной бегал. Я уже настроил. Я уже настроил. Так, что могу там еще у нас? Раз что? Отменить, да? И все, начал вот поиск. Инициализация. отменить изменение параметров. Чего? Назад. Отменить изменение. Не понял. Отменить. Ну, подтвердить. Шокер спана. Ну все. Все как надо. Так. Ждем игру, ребята. Больше нам ничего не остается, так сказать. Можем пообщаться в чатике пока что. Можем пообщаться в чатике. Гаст, расскажи, какие игры вообще нравятся. Надо в будущем крутой контент, тогда будет много подписчиков. Но это, само собой, естественно, как бы, будем стараться продвигаться. Главное, дайте нам мотивацию. Да, тебя слышно. Короче, я пришел рассказать вот. Немного бюджет контент. Во-первых, получается, в нем... Ой, Гастер, ты очень громкий. Я плохо тебя слышу. Я сейчас с Гастером немного говорю. Имею в виду, что буду стараться снимать, да. Я и Семен тоже. Семен, ты же да. будешь? Или... Да. Вот. Будем стараться снимать прохождение, какие-то обзоры. Ну и стримы, конечно вещи. Же. Ну и стримы, да. Будем какие-то интересные, смешные стримы снимать. Можешь ты это слушать? Вот. Так что... Главное, дайте мотивацию. Если будет какие-то идеи, можешь, конечно, писать. Я буду только рад сделать чью-то идею, снять. Вот. Да, говори. Короче, получается, в новом режиме это было 3 пистолетика, 1 снайперка. Там это из тех шериков. Понял. Да. Что-то очень долго ищет вообще. Чё, где полбуть? Во, ну что, наконец. Как раз сказал. Да, да, да. Так, дождались момента. Слушайте, это... Dying Light 2. Конечно, будем все новые игры покупаем. Мы в плане игр, мы... Так сказать, упакованы, упакованы. Да, да, поиграем в Batman Arkham Origin. Я не знаю, если он у меня есть. Я могу тебе его постримить, если он у меня будет, если хочешь. Если интересует. А вот снимать прохождение, не думаю, что это очень актуально. Но постримить, если интересно, в принципе, почему нет? Снимать прохождение, не думаю, что это очень актуально.
крутая игра. Да, я знаю, неплохая. Бэтмен неплохие игры сами по себе. Раньше просто стеснялись, что ли, или не могли делать это нормально. Вот только сейчас начали как-то чуть больше активно снимать. Раскрываться. Привет, кто еще зашел. Да, ну, да, так сказать, пойду, стараться. Если тебе понравится. Ну, я видел прохождение, смотрел, сам чуть-чуть играл вроде бы у друга. Но не, вроде бы у меня ее нету. Превьюшка, конечно, вообще офигеть. Да, с превьюшкой мне фартануло. Джо-Джо к нам заходил в тусовку, немного некомфортно было разговаривать. Мы его не игнорили, просто я в чате еще говорю, и его плоховато слышно. Так что, если что, там не в обиду, ничего, если ты слышишь. Вот. Так, что, мы готовы? Так сказать... Главное, подписывайтесь и давайте идеи. Потому что я стараюсь сделать вот только интересное, по типу вот этого нового прибора, последнее видео я сделал. Стараюсь сделать такое. Джо-Джо, если хочешь, можешь сидеть в тусовке, просто тебя очень нечетко слышно. А, и я типа... вот а, он сам с Поциком общался. Да, он вышел и в чат зашел. Типа, можешь сидеть в тусовке, я просто тебя очень плохо слышал. Вот. Как тебе Valorant? Valorant, ребят, вот, кстати, интересная игра, но честно, что-то прям такое сверхъестественное я не увидел. Не то, что погромче, тебя нечетко просто слышно. Громче не надо, наоборот. Охереть, тысяча пин. Valorant, не знаю, он не, ну, как бы да, я поиграю, если вам интересно, могу даже постримить или а снять. А что, она уже на ПК вышла? Нет, она летом выходит. Она доступна только для YouTube. Да, сейчас, или ты можешь, посидеть на стриме и выбить код. Ребят, если вам интересна эта игра, то, в принципе, я могу снять какой-то свой обзор, какое-то свое мнение выразить. Мне кажется, либо постримить ее. Но, честно, вот насчет своего ПК нет, не знаю. Там пока не такая старые, графика сильная, да. Даже старые ПК да, тянут, да. Я разговаривал с человеком. Да, да. Там не сильные, не сильные. Я нашел лодку, если что, я на лодке прям. Там не сильные требования, насколько я знаю. Так нашел что, карту. Если вам интересно, то пишите, даже на стриме сейчас я запомню и потом летом поснимаю. Что-то придумаю, да, летом. Что-то, типа... что-то придумаем с этим, если хотите. Типа, можно будет потом пособраться как-нибудь команду попробовать. Но мне она, честно, если вы сейчас спрашиваете мое мнение, что-то супер заинтересовавшее меня в этой игре, я не нашел. То же самое. Что-то. Блин, рацию пропустил. У меня карта. Вот, так что. Но, так это что... Что Overwatch только на минималках, и все. Overwatch и CS, да, ну типа это уже тотальный мем такой, поэтому я даже не буду повторяться, я думаю, все это знают. Карту нашел, отлично. Можно знать, где лодочка. Так что, если хочешь, можешь поиграть в Metro Last Light. Я ее полностью прошел. Да. Metro Last Light. А, ты ее прошел в итоге, слышь? Я? Нет, я чуть-чуть поиграл. Я прошел метро. Но так и не прошел. Метро 2033 или Last Light? И Last Light, и то, и другое. А, хорош. Да, но я вот хочу что-то новое, интересное поснимать, поэтому вот решился, так сказать, на такую покупочку, на Хищника. Очень спорная игра. Очень спорная игра, потому что... Не знают, как она будет сильно популярна, нет, и... Ну, это, кстати, миллион. Хищник. Отвечай, миллион, я... блядь. Я... Меня слышно? Valorant набрала миллион из-за того, что боты на ней сидели. А насчет Хищника, это очень спорная игра, потому что никто не знает, типа, станет ли она популярной или нет. Да. Но, ее типа... не пиарит. Как бы ее... Не знаю, я нигде не пиарит. Не то, что не пиарит. Издатель... Ее издатель это Sony, поэтому как бы о чем-то это и говорит. Сам понимаешь, Sony, типа, редко говно делают. Если вообще делают. А вот разработчики, это разработчики как раз-таки игры, в которую мы сейчас играем. Пятница 13, вот.
Поэтому такой очень непонятный проект, но меня он лично заинтересовал, да и чтобы снять что-то новое, я решил вот купить. В принципе, типа, ценник не такой сверхъестественный, поэтому я не пожадничал и купил. О, я так нашел мотор сразу... от лодки. О, она у меня. Сразу как она выйдет, мы снимем. Я иду на лодку, ищи бензин. Ты знаешь лодку? Где она? У тебя да, есть карта? У меня карта есть. А, все, зашибись. Я тут в отельчике. Вот, так что, ребят, ждем. Ждем хищника и будем стримить. Вот, я тут нашел рацию еще одну. Поэтому. Будем ждать. Надеюсь. Игра выйдет хорошо, потому что геймплей за хищника выглядел очень интересно и за отряд. Давай, бензин. Тоже неплохой. Еще. Ружье. Нашел ружье, так что если я что, засейвлю. Я вот возле лодки. Паш, ты можешь сказать мне? Вот смотри, у тебя не жалко денег? У тебя не жалко денег для игр? Если нет, то можешь это попробовать, типа, розыгрыш сделать для новинок. Кого сделать? Розыгрыш для новинок. Еще раз, извини, что? Розыгрыш сделать. А, розыгрыш. Бензин, да. Есть на лодке. Есть? Бегу, жди меня. Розыгрыши я буду делать, почему нет, типа, ну, если денежка там позволяет что-то разыграть, то я с удовольствием для вас это сделаю. Если, конечно, у нас будет хоть какая-то аудитория. Пока что нас мало, поэтому, сами понимаете, смысла делать такое нет. А вот на 20 подписчиков могу разыграть... Есть карта у тебя, давай, убегаем. Ну я пытаюсь залезть, я не могу. Все, я залез. Завожу. Давай, ты будешь говорить. Садись. Ребятки, неужели мы выживем? Подожди, я не понял, а да. Давай, едь, прямо. Нет, прямо едь. Прямо. Поверни налево, налево! Сорян, моя ошибка. Идиот. Налево давай. Все. О, он сейчас за нами проплывет, лево. Это ужас. Налево, налево. Понял, понял. Левее, левее, все. Лево и прямо. Тупо прямо, до конца я скажу. Пожалуйста. Ребята! Главное, поворачивай! Типа, я вижу, Понял, путь! Давай! Нам только прямо надо, прямо? Ребята, пожалуйста! И сейчас направо! Потом направо, тише, потом, да! Тише, я вижу уже выход, ребята! Вот давай! И Марика, маленько, да, возьми! Возьми, маленько! Я знаю, я знаю! Все, шаббат шалом! Все, да, шаббат шалом, да! Ребята, это называется изи-каточка, просто зашел, ушел! Зашел, ушел. Зашел в каточку и так же ушел. Да. Кстати, если есть умельцы, которые могут делать фон на канал, то напишите. Вот. Мне нужно сделать фон на канал и нормальную картинку на канал. Всё. Хочу сделать. А что теперь? А, мы должны их ждать? Да, можем наблюдать или можем выйти и перезапустить поиск, как хочешь. А так нам не засчитают, типа, ребята. Нет, засчитают. А, или нет, я не знаю. А. Давай ждать. Посмотрим, что они тут делают. Да что, если не считать. О, вот. Вернулся с ружьем, чувачок. Это ты, что ли? Нет. Что, это я? Да? Он болеет. А, спасите, тебя вернули, остальные. Значит, ты как помощь, ребят, ты как помощь. Ребят, то есть я уже победил, стоит, да? Болеет или нет? Что, извини? Это болеет, стоит брать арбалет. Арбалет? Что арбалет? Ну, в колде. Что с ним, я не понял. Типа еще в колды игра, типа мне арбалет его. Типа забрать или нет. Я не знаю, я не отчетливо тебя типа слышу, понимаю. Короче, возьми все-таки. Арбалет он такой, типа, он непонятный по стрельбе, если че. Я бы не брал. Ну я взял потащить только. Ты ему открыл дверцу. У тебя оружие, оно вроде одноразовое, если че. Музло классно, очень. Да. Давай, ты не попадешь, да? Все, пока себе. Я так и знал, что ты облажаешься. Но я зато... Ты мог забрать пушку. Или её же нельзя. Сейчас тебе попка. У него еще цвета какие-то... Не противник, ещё он какой-то... Понял, да, мама? Да.
Так. Все, теперь я, ну, уже кстати, не слушаю. Ребята, теперь я уже. Если что, у нас есть возможность, в принципе, делать розыгрыши интересные. Смотри, как он за мной, ну, бежит, смотри. Амбал. Какие-то игры, да, Семен? Да. Так что, если мы будем набирать аудиторию, будем какие-то интересные розыгрыши иногда делать. Ты знал то, что я провахнусь, отвечаю. Да, я знал. А что тут не знать? Ты встал перед ним, пытаясь. Полиция через 49 секунд, вам надо уходить. К полиции, типа. Так. С оружием можно стрелять только один раз. Ну да, оно один раз. А, ты разбился. А, у тебя спрей есть. Да, я так и понял, типа. Оно падает, я думал, вдруг поднять можно. Нет, значит, нельзя поднимать. Ой, я здесь был. Ты битой заменил очень умно. Только явок. Сейчас полиция. Сейчас полиция приедет. Вы можете... Можете выйти. Банан возьми, Семен. Банан возьми. Бананку возьми. Тихо. Так. Полиции надо бежать теперь, да? Гастер, на что ставишь? Семен выживет второй раз или нет? Мне кажется, нет. Вот нечисто, кажется, нет. Давайте поставим ставочки. Мне очень самому кажется, нет. Он сдохнет. Мне тоже кажется, Семен после этой стрельбы не выживет. Нет, я к полиции бегу и тупо и все. Ты знаешь, где карт? Да, у меня карта есть. Сейчас он будет там ждать. А, или если он подойдет, его убьет, я не знаю, кстати. По-моему, ему нельзя или что-то. Вон он! Он у полиции. Беги, беги к ней, беги к ней, пофиг. Успокойся, я к стамину. Стамину, да, да, да. Короче, ребята, я скажу одну вещь. Арбалет фуфло полнейший. Ну, знаю, спасибо. Мне кажется, он выживет. Ну, не знаю, не знаю, сейчас увидим. Сейчас увидим. Я сейчас смотрю, как он еще такой, адекватный или нет. Офигеть. Семен выживает, а те не могут его оббежать. В чем проблема, господи? Как? Он поймал одну. А ты не можешь, ты же спасатель. Нет, все, я выжил. Ты убежал. А, ты убежал. Офигеть, тебя вызвали спасти, а ты вообще... Ноль. Блин, это могла дура сбежать. Все, она сбегает. Вы выжил. Все, это... Вы выжил. Там бедный он. Хороший. Вы выжил. Перевод, да? Она не может убежать, что ли? Че это? А, она смогла. Все, победа. Ну что это такое? А нет, там одна дурочка перед ним сидит. Бля, смотри на нее. Победа, победа, вместо обеда. Да, а, там валяется кто-то. Ой, там двое еще, они ничего не могут. Он за одной бежит, не может догнать ее. Ля-ля. А там сзади еще одна. Ну что она делает? Она ему что ли сигнал дает? Типа, не трогай меня. Все, победа. Уходи. Он бежит на нее. Уходи, уходи сюда. Он не даст ей, мне кажется, убежать. Или даст. Он сейчас метнет. А, он попал. Или не попал. Да беги. А, она типа просит, отстань. Он поднимает. Да, у него шанс только попасть в нее. Он не попадет 100%. Он как Семен бросает. А не, попал ей в ногу. Но намного. Он как-то не очень. Она не может, она убежала? Да, убежала. Все, по нему ждать, стреляют, его убили. А, все. Все. Угадал ты, Семен выжил. Вы выжил. Вы выжил. Ну блин, ну почему? Почему они не могли буковку И добавить? То есть? Выжили. А как если он сдох? Почему? Или они просто в уважительном виде типа обращаются. Так его же убили, этого маньяка, куда он пришел? То есть маньяка убили? То есть о чем? Маньяка убили? Да, этот убил полиция. One more. Мы уехали, one конечно, more. Там четко. Джейсон, ты что, понимаешь? Если сказать, то можно сказать, Джейсон неуязвим. Его почему-то можно убить. Не знаю. Еще сейчас он подошел к полицейским, и его там расстреляли. При этом прошла анимация, как он пришел, типа, в хату. Давай, начинай. Сейчас Давайте, ребятки. Наш путь продолжается. Путь Global, да? На первом, кстати, стриме можно увидеть, как я уже играл за маньяка.
Я еще говно режим. Нормально вообще. Давай, давай, сделай чаек. К стримчанскому, так сказать. А торти где? Где закусон? Приятного чаепития. Ай-яй-яй, чуть бутылочка не уронил. Так, а что мне завтра? Ну, пока терпим, все терпим пока что. Да. Мне нравится, как у меня превьюшка просто получилась. Даже ничего менять не надо. Чё, ты можешь сам поставить превьюшку. Но это, по-моему, да, только на знаю. ПК. И всё. Да-да, я знаю. Я поставил на предыдущем. А сейчас вот нет почему-то, да? Что? Бля, вообще, с рандомами так скучно играть. Вообще. Так. Алло. Алло. Да? Что у тебя там? Ничего. О, у тебя загрузка. У меня барышня. Барышня. Хорошая атмосфера такая, да, у нас пока что. Я сейчас колду игла. Да, приятно, тепленькая. Только третий лист. Да. Согласен. Вот надо тебя с нами играть, чтобы ты вписывался. О, у меня Гестер, слышишь? Кто? Если хочешь, можешь поиграть в Metro Last Light. Я ее полностью прошел. С оружием. Можно стрелять только один. Это раз. Не у тебя, это добоёбы стремело. А, да. На! Я вообще, да, Лид? Слышь, вот согласись, ты бы так бы не лажанул, как я сейчас, согласись, да? Это только я. Привет! Это ты написал привет, да? Нет. Я лайк поставил, у тебя там 3 лайка теперь. Да. Я тоже лайк поставил обоим вам. Спасибо. Спасибо за лайк. Охереть, я впрыгнул. Ребятки, радио. Я через кнопку, но не добил. Жалко, жалко, очень жалко. Но, о, я на машине слышь, сразу. Твоя данная задача это догнать меня под подписчиком, согласись. В принципе, да? Если так рассуждать, да? Он тебя уже по комментариям обогнал, по просмотрам на стриме обогнал. А, так что... он на мне, нет. Он на мне! Все, я минус. Я что-то лажанул, парни, сорян. Посмотрим тогда, как Семен у нас играет. Возможно, а меня возродят. Как, то есть, ты о чем? Ну, подмогой. Тебе бы меня догнать, типа... Не, парни помогут, да, парни? Да, наверное. Зовите просто ребят. Рассказывайте, что тут стараются. Тут кто-то в костюме кролика бегает. О, опять моторчик! Мне на этой моторчике, мне кажется, везет. Тебе надо персонажа, у которого удача 10. Я и так удачный. А лучше на 100. Моторчик. А, этот в турсиле. Достижение моторчик нашел. Можно. Лись даян. Давай. Ищи лодочку. Ну. Вы вообще пойдете сегодня в колду? Вряд ли. Сегодня у нас хоррор стрим, так сказать. Да. Спроси у подписчиков, хотят ли они ДБД. Я ДБД удалил. Всегда я можешь хочу качать. Я не хочу. О, для мотор! Машины. Не, лучше ты лодку делай, если не, честно. Не, хочу попробовать на машине убежать. Ну я бы лодку лучше делал. На нее меньше деталей надо. О, и ключи! А, нет, это пистолет. Ключи, ребят, нет, пистолет. Я бы лодку делал. Почему на пистолет тоже хорошо? А вот и я. Привет, привет. Я тут успел уже погибнуть. Жалко, карты нет. Когда карты надо, у меня нет. Да, с картой легко. Где то все, знаешь, все. Так. Ща вот приду. Же. Как это? А посмотреть.
Джорджа. Ты мне так не помог собраться, да? Джорджа. А чё? Как тебе наш YouTube-канал? Нормально, нормально, сойдёт. Подписан, да? Да, да, на обоих. Хорошо. Колокольчик поставил. Теперь ты наш самый лучший подписчик. Да? Почему? Не знаю. Да вообще в клубу гоняю. Чё ты типа играл это в Апексе, типа режим только дробовики и снайперки. В Апексе? В Апексе. Нет. Так, всё. Я в поиске карт. Есть ВК. Кого-то там удушили. А кому эту почку оторвали, да? Ну почему глаз закрыт именно сейчас? Мы сейчас на топ-1 идем, но у меня говно оружие. Вижу, в принципе, домик, ребят. Давай дружить. Давай. Можно вот будет, но... Я ссылочки все потом кину. Опа, опа, флеш начинает развитие. В смысле, он на мне? Я не убегу, если что. Можешь пока... друзьям стрим порекомендовать. Вот, вот это место, да? Где можно на изяк. Если кто-то интересуется. Это да, место да. Где? Но это, по-моему, простой лох. Я думаю, это легко догнать. Так. Я не знаю, куда идти. Я опять вернулся к моторчику. О, сейчас я в топ-7 попал. Очень страшно. Очень страшно. Сейчас потише, мы просто в одной игре, ты в другой не очень выходит. Хорошо, хорошо. Потом постараюсь найти. Смотришь, Флэш? Угу. Я просто свои ссылки потом оставлю. Я тут сбегаю с острова. Он тут. Главное, если не трудно, делись с друзьями. Мы стараемся прислушиваться ко мнению всех. Угу. Херец, без карты вообще тут нечего делать. Я тащу. Тут просто сложно, да. Сейчас вообще не фактунуло. Так. Следим за Семеном. Куда ты пришел? Ищу карту. Котик, ребят, я стрим начну. Вот почему я сейчас это странно. Почему я не могу сбежать просто, да, если честно так подумать? Ну ты понимаешь, ты стримишь одну игру, мы другую, это не очень как-то. Хотя ладно, не буду. Все равно лень. Нет, ты можешь просто, типа, не лучше тебе играть в соло. Мне вообще лень включать стрим. У тебя 12 минут, кстати. 12 с половиной. Почему не... И потом я выживу? Угу. Да я и так сбегу. Я на машине хочу погонять. Погонять. Тут не погоняешь, кстати.
Карта. Карта. Ха. Карта. Карта. Ребят, кто за ЗОЖ? Вот кто за ЗОЖ? Карта. Тут скажите. Там дальше еще тут карта 100%. Нет. Что это? Предохраните телефонной будки. Как-то странно то, что нету карты. Согласись. О, карта! Сто пудов! Карта, стоп. Ты ее не найдешь, отвечаю за эту игру. Карта! Все пусто. Вот тут вот, да, последний ящик. Опа! Сейчас, мне кажется, ты в двери так карта. Ха! Да, мне хотя бы надо машинку. Мне кажется, сейчас они убегут, и я один. Лодка, они, по-моему, и убежали. Да ладно. А нет, один стоит. Нет, машина! А, ну это спасатель, три. Повезло, согласись, Флэш. Грубо говоря, с тобой два осталось, и один спасатель. Не знаю, почему это я. Что мне забить? А вон телефонная будка, ты не можешь починить? Или что это? Дойти. Он тут, нет? Он а тут. А вам нельзя. Не тут он. Музыка. Тут я умер. Вон он, видишь? За накипит гонится, да. Я пока могу починить, слышь. И потом ключи. Видишь, как я чиню? Сейчас что, R1? Я не знаю, я не вижу. Да я вижу, как ты ошибаешься. Ребят, а по не нашлось. Все, Флэш. Надо нам чуть-чуть зрителей, Гастер. Чтобы ни тебе, ни нам не было скучно общаться. Флэш, остался ключ, я это. О, карта! А, карта! Посмотри на карте, может, ключик будет отображаться, он иногда отображается. Найс. Нету. А почему так колда лагает? Ингучерс. Попробуй, понажимай там. Я еще не в том смысле, что вообще пингует, ты пишешь жестко. Нет, здесь нету, по-моему, карты. Ключа. Ключа, точнее. Если найду, будет здорово. Пингует. О, у меня предохранитель телефонной будки, вот. О, я понял. Телефонная как. Телефонная будка? Что? Нет. Где? Я вообще не понимаю. Вот так. Как вот. Пик нормальный. Да, Флэш. Вот так. Я могу спрятаться в шкафу, я так один спрятался, и он меня не нашел. Шкаф справа. Быстрее, вот сейчас идет тебе. Очень долго. Дыхание только вовремя задерживай. Когда? Не знаю, когда он зайдет. Вот он! Задерживай! Не пизда. Могу. Как сын Эль Мисдаен. Все. Вот так наша карьерная лестница. Что вы сказали? Что ты мне сказал? Ничего. Так, включишься и что-то. А, все, ты последний, они убежали. Да. И тебя киданули. Это не стыдно. Лодочку, я же говорил, лодочку надо было. А я идиот. Ну да. Он услышал, видимо, звуки или понюху тебя нашел. Понюху. 5 из 6 он убил. Хороший результат, да, Флэш. Угу. Найден и уничтожен. Смотри, найден, да, найден я хотел прочитать. Я хотел прочитать. Найден, именно найден. Найден, да. Как будто такая муха, да, муху нашли, да? Найден и уничтожен. Мне нравится, когда там пишут, да, Флэш? Это вообще смешно. Да, да. Найден и уничтожен. Сейчас я приду. Что у вас там пишут, ребят?
В смысле, что ты пишешь? Всё, не перебудьте на всем тестом. Такс. Гастер, ты тут? Не уснул еще? Гастер у нас у тех. Курама. Ой, потише, пожалуйста, Джиджи. Так, делаем готов. Три зрителя, это хорошо. Так, следующая карта. А, мы можем сами карту попробовать выбрать. А чё писать надо? Чего? Дать нам моральную поддержку, что ли? Давайте случайно выберем. Карт, кстати, много, но разницы, что ты не замечаю. Найтин уничтожит. Найтин уничтожит, да. Найтин уничтожит. Хочу за Джейсона поиграть. А? Хочу за Джейсона, слышь. Ну вдруг сейчас я буду. Ты, кстати, давно не был, да? Ну ты облажаешься. Да. Я-то уже умею играть. В первый раз я не умел играть, Флэш, заметь. Так в первый раз я лучше тебя сыграл. Я тоже первый раз играл, но почему-то я не так, как ты. Уничтожился. Да, я там нормально, ты чё? Я вас почти всех убил, кроме одного, я не знаю, как он сбежал. Если он сбежал, ну, вообще, кто не нажал? Какой-то вот. Дурачок тянет время. Дурашка. Да? Барашка. Рашек Шон. Oh, давайте, ребятки. Что за карта? Паканак? А там что, как-то есть у вас? Да, ну. Да, там же разные карты. Я думал, что только одна. Нет. Они похожи, но они разные. Так-с. Паканак. А ну-ка кто? Нет, не. Да, не. Тебе нет. Was that real? This can't be real. У меня есть. Тот, кто у тебя стоит, он не с копьем. О, перочинный наш. Да, вот этот вот ножик как раз таки очень-очень хороший. Выручает иногда. Ай, больно. Да, больно. О, бензин нашел. Да. Карту нашел. Хорош. Где машина? Давай. Посмотри на меня, я там, где дом. А, где пентхаус или какой дом? Сейчас я тебе скажу, где. Там, где пас. Видишь, у меня просто не отображается. Пас. Пас. Что там? И на конце RS пас. Пас, я понял. Машина выше тебя, выше. Правильно это? Делал Джейсон. Нет, в другой стороне. Выше, наверх. Давай я сейчас вылезу из окна. Ты под домом, а тебе надо наверх. Вот, я вышел. Наверх иду. Ты нет, не туда бежишь. Ты ко мне бежишь. Сюда? В другую сторону. Нет, направо. Право, сюда, да? Во. Вот так наверх беги, там будет круговое движение. Вот прям выше, беги. Прямо по дорожке. Туда. Да, и потом, ну ты увидишь ее уже сюда? На карте, просто правее потом. Мне кажется, я не туда побежал. Смотри, куда. Не, нормально побежал, я смотрел. А, вон, да. Нашел машину? Еще одна карта у меня. Иду заправлять. Можешь прийти ко мне за картой, если хочешь. Я заправлять машину иду, окей? Давай, надеюсь, я найду этот. Надеюсь, я не облажаюсь. Я рацию нашел. Зачем мне рация? Ребят, зачем мне рация? И не то купил, черт возьми. Тише. Черт. Подожди.
Так. Зачем, ребят, нам рация? Вообще, по идее. Ну чё? Всё, я сделал. Один. Вот. Заполнил без одной ошибки. Я иду к тебе. Что у тебя есть? Ничего, карт. Нам бы найти это говно, сам понял. Какое? Я сейчас в доме, где ты был. Так. Давайте. Отремонтирована машина. Ключ остался, флеш. А, да? А, он меня чуть не схватил. Нужен ключ. Я бегу. Спасите. Охереть, я ворвался просто. Ты варвар? Варюга, фу. Повезло, фартануло, да. И не говори. Так, я его на другого чувака отвлек. Извини, пожалуйста, братан. Но нам это надо. Бегу. Ключи надо найти и все. А что этот дом закрыт? Что это за недобудка? Я не туда. Надо ключи, флэш. Да ищу. Да бегу, да. Бегу и... На карте не обозначается у тебя? На карте? Нет, конечно. Луп... А, нет. Лодка вообще внизу. Вот лодку можно было бы, конечно. Но надо моторчик. Получше. Да. Моторчик. Даже не моторчик, а вентиль этот. Да, ребят, опасно было. Очень-очень-очень опасно было. Так. Я в домик. Он может, на мне. Ключи уже есть у кого-то? А нет, он на челике. Он переключился на меня, отлично. Отлично. Замечательно. Ой, пистолет. Давайте пистолет возьмем. Офигеть. А вы там все проверили? А ты где вообще? Там, как? Где много людей? А почему перочинный нож? Перочинный нож не сработал. Ты там, где много людей? Меня убили. Не что-то нового. Перочинный у него перк? Не знаю. Что за херня? Вы мертв. Ты кто? А. Не, вы мертвы, это, кстати, логично. Вы мертвы, надо было. Ну, можно тоже так сказать. Супер флеш. Ой, бля, сук. What happened? Я сам испугался. Ты меня пинаешь. Дом закрыт. Пинаешь. Тут ничего, да нет. Да. Так. О, он тревожительно. Всем привет. У меня ноль, как всегда. Четыре. Можно сказать. Офигеть. Ой, идиот. Это анимас. Я ранен, спрея нет. На, попшик. Он меня попшик. Ты видел его лицо? Да. Они ты видел там... его лицо? Он тоже обосрался там. Ты видел его лицо? Так, ребят, комменты, что-то не вижу. Комменты приходят, а я их не вижу, почему? А ну-ка.
Да, я тоже там обосрался, капкан. Два тут толстяк бегает, я вижу, да, я тебе улыбаюсь. Машина! У них машина, Флэш! Они на машине едут! Флэш! Они на машине уезжают! Я бегу к ним! Я могу его застопить и сесть! Я могу его застопить и сесть! Они меня не спасут, да. Они не спасаются, да. Кидал, фу. Один вообще под кровать. А это едет. Он хочет на время, видимо. Заново, это самое неинтересное. Он на бур. Ну, публика тоже неинтересно. Ай. Они уезжают, короче, Клаш. Да, все, они уехали, Клаш. Идиот. О, вернулся кто-то. Да, это спасатель. Это я! Давай, давай, давай! Где ты? Вижу, паника! Пожалуйста, застопь его! Беги, беги, беги ко мне! Откуда я знаю, где ты? Вон, видишь, спасатель написано. Возле отеля. Нет! Нет. Я тоже возле отеля. Беги ко мне! Я бегу, вот я возле отеля, я у отеля, вот все. Застопь его. Как? Не знаю. Он на мне! Стоп его! Спасай меня отсюда из своей жизни. А где он? Не знаю я. Все, убегай, ты убежал, да? Нет! Как нет! Нет? Ну почему от тебя нету хелпы? Я бегу, смотри. Давай. Ой, ты бежишь, давай. Давай, давай, вот, видишь, ты на мне. Все, давай. Давай. Ну, застопь его! Хэдшот. Спасибо. Ха-ха-ха, до свидания. Так мне хил нужен. На, на, мне хил нужен. Ну, давай. Здесь. Быстрее. Побежал! Бежим! Я не могу бежать. Ты меня не отхилил, кстати. Я отхилил. Да. Я... А что я бью, собственно? Все, забей, он меня забил. Я вообще там что-то бил. Он на меня смотрит. Я не виноват, согласись, я как помог. Как можно? Как перочинным ножом пользоваться, когда я у него в руках? Не знаю. Типа газет, наверное. Ха. А зачем еще он нужен? Да не говори, не повезло, так не повезло. Эти говнари еще меня кинули. Я освободился от врача. Я идиот. О, 4 зрителя, ребят, всем привет. Я убежал. Да, ты идиот, я знаю. Ну, на мне опять, какого хера? Спасатель херов. Я спас тебя, спасатель. А он эту дверь взломает за счет. Вылетел. Упал. Упал отжал. Тут дверь закрыта, я надеюсь, да? Вы закрываете все двери. Он сзади идет. Но он сейчас... Вырывается. Ребят, всем привет. Отпишитесь хоть кто тут, кто не тут. Я вообще этот подонок, смотри. Что это? Он тебе сейчас кидаться будет. Палочку, блин. А что я могу? Беги, беги. Откилься. Нету. Охереть, все, пока. До свидания. Дерись, дерись. Дерись. Хорош. Еще. Хорош. Еще. Хорош. Ты у маску снял. Еще, еще, дерись. Давай, хорош. Ай-яй-яй. Ты боролся, ты реально боролся. Да, как мог, согласись. Боролся как воин. Бам. Пошел отсюда. Ты достойно дрался. Короче, когда дерешь что-то, надо прожимать как можно быстрее, Артем. Да, я знаю. У меня вообще он бил в другую сторону. Покидаем игру? Да, да, что нам ждать их? Покинуть матч, так сказать.
глаз кинул. Они зачитали опыт! Хавать хочется. А я хочу поскушать. Иди тёпл, и почему-то никто не сдох. Он быстро нашло. Электрик с нами, Семён. Где? Какой-то фейс. Где электрик? Почитай ники. А. Электрик. Огненная собачка. Электрик. Ну-ка, посмотри его профиль. Профиль. Так сказать, да? Электрик. Фортнайт у него только. Английский язык. It's shock one. Посмотрим. Венгерский. Ребята, я сейчас зайду к вам. Я... Немецкий, о! О! Русский! Немецкий и русский у него языки. Текстиля. Для красоты поставил. Я сейчас уже задолбался. Нет, Флэш. Флэш, тебе еще не надоело? Mm-mm. Ой, сейчас они не будут прожимать, да, Флэш? У меня пинг, как всегда, нормальный. Ай, фигнеть, почему это не... Я кое-что иди кушать. Уай. Остренькие. Я теперь тут не потом. Ты чипсоед, Флэш. Чипсоед. Хватит чипсы жрать, это не вкус. Это не. Хватит чипсы жрать. Короче. Это не. Это как тот, помнишь, Тимурка. Да, да, Тимурка. Да давай, ну я это. О, рация. Я, короче, потом я пойду в тусу. Я выйду, приду. Давай, давай. Давай. Удачи. Ну, ну, ну. Утка. Семён, ты можешь озвучивать эту игру. Да. Да. Ну, ребят, что-то нам не везет очень. Очень-очень не везет. Да лол, ну все пустое, ну что это? Напишите, пожалуйста, разработчикам этой игры. Он на мне! В принципе, не удачи. В принципе, да. Капкан поставил. О, карта! Карточка, карточка. А вот и карточка, ребят. А вот и карточка. Так, раз. Не знаю, опять же, как ей пользоваться. О! Ножичек.
Как, кстати, рацией пользоваться, парни? Скажите. Не знаю. Да. Еще одна рация у меня. Даже не знаю, что с ней делать. Алло. Флэш. Алло, алло. Он меня уничтожает, все. А я ключи нашел. А, это я не захотел. Так, ребят. Помоги мне, у тебя есть этот хилка? Мне прохилиться надо. Нет, нету. У меня есть ключ. У меня есть ключ. Нужен денег и. Ну ты я понял. С тобой. И. Бенз. Бенз. Я ж мам. Давай. О, на машине бензин. Пойдем. Ищи денег. Ай, блядь. Мне отхилиться надо. Ребят, я так... Я сам испугался, если честно. Ой, он бедно пытался залить воду. Я сам сделаю все. Ключи надо? Все. Да, нет, ключи есть. Генератор? Да. Почему нельзя ключи вставить? Ребят, помогите с геником. А лодочки-то тут нету. Тут он кого-то бьет, машины. Я не буду спасать. Пошел он в жопу. Ты геник нашел? Нет. Если ты не находишь денег, тогда что ты стонешь? Ну, если... Ладно, всё, у меня... Ты не нашел? Так, нет, я не нашел, а ты нашел? Еще рация одна. Нафига мне эта рация? Я так и не понимаю. Если кто знает, как ей пользоваться, пожалуйста, подскажите. Буду очень признателен, потому что, чтобы пользоваться рацией, надо нажать на какую-то кнопку, и ты можешь со всеми разговаривать, у кого есть рация. А, ну это типа чат игровой, я понял. Окей, спасибо. Псевдоигровой чат, короче. Я понял. Прикольно придумали. Но нам это абсолютно... Блять? Чего? Машина есть? Ключи. Да, у меня. Ну так надо это найти. Я знаю, где даже выход, Флэш. Я очень рад, что ты знаешь, где генератор.
Уйди, генератор. Как вы думаете, ребятушки, я способен найти генератор? Ребятушки, я думаю, что ни на что не способен. Я нашел еще один бензин. Мы вообще говном страдаем. Что? Господи, это отсюда вода. Тут все открыто. О! Перелазь уже. Нашел? Пистолет. Нет, пистолет. Пистолет это тоже норм, согласись. Я не нахожу вообще денег. Я обыскал все дома. Так, ты где? Flat Rock. Видишь, где три чела? Я да. Там обыскал все дома. Не иди направо, иди налево. Нет, не в эти дома. Другие, да-да. Нет, в другую сторону. В правую, да? Ниже. Нет, нет! Назад иди. Ты где вы, да? Да, вот. Вот там еще. Ты не обыскал все дома, слышишь? Дома обыскал там. Я прям все? Да. Еще чипсиков. У меня тоже есть чипсы, но их нет. У меня есть... О! Карта! Рюмки водки на столе. Да, надо нам зрителей, парни. Надо нам зрителей. Перчинный нож, еще один. На скилках ключей перчинный нож, парни. Я думаю, этого достаточно нам. Карта. У тебя есть карта? Да. Как я тебе говорил, куда идти? Мозгами вообще думаешь? О, ключ! Ключ! Опять же! Флэш! Опять же! Ключ! Видишь, что? Где он убил? Где он убил? Ситуация как в прошлый раз. И он за мной бежит. Отлично. Я знаю. Флэш, бери ключ. У меня есть ключ. А, ключ. Он за тобой? Телефон. Сейчас, подожди, я кое-что сделаю. Ребятки, мы сейчас кое-что интересное. Он попробуем. За мной! Он за мной! Давайте Флэш, заменим пока что. У меня один патрон ведь, да? Потом вернемся. А, он меня поймал, бей. Да, все. Охереть, бей. Он дверь ему набивает. Все. До свидания, ребят. Так, парни, мы сейчас порешаем. Нашел, все, ну что за бред? Че мне так не везет? Я хотел там просто сделать эту херню. Ну отстань. Спасибо за игру, до свидания, да? Пока! Бля, Вася! Ха. Лежать! 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 Охереть, он меня как нюда. Я сказал нет! А я же освободился. Блин. Жестко, это залежатка. Это вообще. Мне кажется, это самое жесткое, знаешь? Он прям туда я засунул меч, прям живот. Mm.
my sweet, sweet Hello. Jason. Mommy is proud of you. Now come home. Найс, поиска залагала. Найс. Угу. Можно вас спросить? Вы не устали? Да. Чё жрёшь? Я? Стейк. Угу. Какой, большой или маленький? Нормальный, что? То есть какой нормальный? Что? Ладно, забудь. Стейк. А чё флеш делает? А чё флешка пойдет. Делает? Сейчас пойдёт. Кидай флешку. Да, согласен, нечестно, так я здесь. Семён, а ну спой нам песню. Да. Я ем. Ребят, давайте я тебе это почитаю. Чего? Давайте анекдоты почитаю, говорю. Флэш, ты знаешь, что там было написано? Давайте Флэш, анекдоты знаешь, почитаю. Что было написано, как мы сдохли? Ты поджарен, ты поджарен. А я раздавлен. Будь анекдоты шутки. Алло. Семён, что он спрашивает? Я просто его ничего. Будете анекдот слушать? Ну зачитывай. Ну кое слушай. Муж с женой приезжает в переполненный санаторий. Его со скрипом поселяют. Мужской блок. А ее в женский. По истечении нескольких дней мужа становится не в моготу. Но он и просит жену остаться с ним наедине на природе вечером. Я видел стендап, мне не очень. Нашли они кусты, и в самый разгар процесса их появляется столик. Ну что, голубь, ты реально пахнет или тебя так опускали? Страх, конечно. Тебя с тебя 1000, а с ней 5. А почему дискриминация? Да тебе я первый раз отъезжаю, а я в этот раз не застукала. Ну все. Я в катке. Ну все, я в катке. Мне это больше понравилось. Ребят? Ну все, я в катке. Это самый смешной анекдот был. Ты переборол свой предел? Перочина наша. Хотите, могу еще один анекдот рассказать, но он будет так уже себе. Да не, лучше надо. Привет, кто зашел? Ладно, привет, как привет. Карту нашел, Флэш. Карта это хорошо. В смысле, а че у меня экран черный? Oh my god, you crazy? Семён crazy, да. Crazy Георгий. Я в туалете спрятался. Скажите, вы за ЗОЖ? Семён только убьет, что прятаться. Он на мне... Ну да, типа... Понятное дело. Мне больше... Допустим, мобильная игра для меня хорошая. Мобильная игра, это типа Call of Duty. Но вообще, типа... Флэш, к тебе, Флэш! Не очень признаю. Открой окно! Ты сам откроешь. Иди закрывай двери. Я поранен. Есть это что-нибудь? Нет. Я поранен, не могу бегать. У тебя тоже темно все? Алло? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, а? Флэш. Где он? Что Ёбка. Случилось? Где он? А, он на мне! Он на мне! Почему он был на мне только что? Я его пробежал. Господи. Что твои я бегу, класс, как какой-то класс. Лось. Класс. Почему ты за мной бежишь? Я не знаю, куда я бегу, я просто... Ты домой бежишь, понятно? Беги домой, там самое безопасное место.
Понялся? Беги домой, я тебе же не поделал твой. И под кровать за это, и вы под одеяло залезть. Он со мной, это... Олух. Ой, да. Очень темная карта, если честно. Темно, очень темно. Мы не знаем, что это такое. Почему у меня нет причинного ножа, мразь? Я ему сейчас напишу, сейчас. Кому? Прям вообще. Адука, какая смерть, Валя? Я ему сейчас напишу, я отвечаю. Как ты? А, нельзя даже посмотреть. Вызовите подмогу, и я тогда буду играть. Вызовите полицию лучше. Зайди в Option и нажми заглушить игроков, и там может маньяк будет. Ага, вот вижу. It's shock. Открыть профиль. А вы что, меня зовут? Открыть профиль, все, я ему сейчас буду писать. Лошара педальный. Все. Да, я знаю. Вот. Израиль Ву. А, знаешь, что написали, что я? Кастрирован. Это самое твой. Это твой кошмар. Все, Семен, это вообще. Ты понимаешь, что это значит, да? Почему я сдох? Почему как-то. Как я сдох? Ой, бля, я облажался что-то. А этот худо Фрид найден и уничтожен. А кто живой? Живой пока Флэш. И еще трое. Ну что, только я? Нет, еще двое. Электрик. Илюши не хватает. Это реально мой кошмар. Ща. Спасибо, да, за инфу, кстати, я реально не знал насчет этого. Что? Подписчик помог. Семену подписчики не помогают. Почему? Почему? Я в него попал два раза, и он не сдох. Почему? Почему? Бензин надо найти, Семен. А? Бензин надо найти. Да, давайте кто-то песенку споет. Семен у нас поет песню.
Давай. Вот, давайте смотри. Спасибо, типа, сейчас. Вот, ребят, кто умеет это? Кто сейчас смотрит стрим? Стримы. Кто вообще может сказать, кто умеет нормально петь? Семён. Семён, пой тогда. Хорош, флеш. А что она дает? А, она дает, она призывает Томми этого, Супермена. Томми. А, на мне все-таки, да? Что? А, сосать, промазал. И что дальше, он все равно тебя тогда. Смотри, как он бежит, как какой-то алкаш. А, ну закрой! Наверх, а наверх! Тут нету двери! Наверх! Отстань! А что тут дыма? Смотри. Ну куда дальше? Хелпик. Не знаю. А я в обычной новый. Меня видит, да? Урод конченый. Блин, почему не надо приземлиться даже? Пошел в жопу. Ясно, спасибо. Отстань, ну отстань, демон! Отстань! Да что ладно. Это такое? Ну, вообще... Кастрирован! Ты же так же от меня добил, слышишь? Ты тоже кастрируешь. Так что, мы с тобой вдвоем. А ну-ка, как нас убили? Заглушить, а ну-ка. Что? Да, флеш, ты тоже, посмотри на себя. Какой-то следующий раз пойду в обычный. Выходим, флеш, да? Давай, давай. Костры. Нас обоих. Ребята, в колду пойдете? Слышите, завтра в колду пойдете. Умалишенный. Наверное, пойдем. Да, Флэш? А примерно точно можно? Нет, нельзя. Откуда мне знать? Как точно знать? Ну, я не знаю. Что за... Вдруг Шимон завтра не проснется. Эй, хорошо. Мне понравилось. Эй! Это Шимон еще должен побывать в Австрии. Да, давайте познакомимся, кто где живет. Пекин, Китай. Шанхай, Гонг. Джунгли, Амазонка. Да. А как зовут? Ну, знаем этого. Семёнов зовут Семёном. Так, меня зовут Жижа. Это его кличка, вообще-то. А, да? Да. Но меня Жижа зовут. Я Жижа. Понимаешь? От Жожа, но Жижа. Понимаешь? Я против... Пекин, Китай. Шанхай. Да, Шанхай. О, у меня в Ютубе. Чемпионат мира по хоккею. На плойке. Да, я тоже хотел сказать НХЛ. О, у нас кто тут в команде? Рикардо. Рикардо Жужо. Рикардо Милос. Ай, я мне запинговала, найс. Еще кому череп пришел, мне тебе мяч. Вот бы я был убийцей.
Ну просто фигва. Что за чима, ребят? Что за чима? Не вам сжать. Я думал, что так у меня займет время. То, что я так затянусь в эту игру. Ха! Уже 6 часов играем. Ну, только фэн. What in the fuck is happening? Чё, чёрт возьми, происходит? Ну то смотри. О, ключи нашёл от машины, прикинь. Я выжил. Отлично. Зато у нас небольшая новая аудитория набралась. Офигели, а? Очень приятно. Made in China. Сделано в карту нашел. Охереть, я везучий. Да, да, Семён сделан в Китае. По нему и видно. Чуть-чуть сломан. Он на мне! Вот это везение, да? Не по тому сегодня, да? О, я вызываю подмогу. Мне надо лекарство. Я типа встал, остался, ну найс, да? Просто найс, да? Офигеть. Почему он встал, остался быстро? Звонил Томми Джарвис. Он на меня идёт. Можешь убереть себя. А я тут тогда тебе... нет. Я тебе даю вторую жизнь. А я тебе разрешал умирать, умирай. О, я спрей нашел. Я один я раз... Я бегу к вам! Я... Спасите меня, умоляю! Спасите! Давай, флеш! Перехвати! Что перехвати? Ты видишь, где я и где ты? Вот именно. Я у машины вообще. У какой машины? Он со мной в погодку! Он очень тебя, Семён, хочет. Чёрненький, хорошенький, сладенький. Детский, что ты пошли уже. Как тебе стыдно при детях такое говорить? Ну он тут, ну что я поделаю? Ну он ломает дверь. Отца. Капкан залагал. Нахер я перебил. Киты подрубал, ну, да? Ну капкан залагал, ну что ты поделаешь, кстати? Ну быстрее! Он попался в капкан! Ты сейчас расплачешься! Он попался в капкан! Ты сейчас расплачешь! Ай, но я травмирован. Я травмирован в жизни. Он меня не оставит, я ему буду писать. Придется ему писать. Да, морально умер. Я ему буду писать, говорит. Все, я убежал. Фигин? Нет, я не убежал, он за мной! Как... Че ты ему сделал, что он тебя не оставляет? Жизнь не портил, да? Семён, признавайся. Ну как? Это вообще смешно. Ну просто девушка того пацана изменила это. Ему и себя, то есть Семёна познакомила. А типа и теперь это сам. Ну! Типа за измену мстит. Семён? Не, это нереально. Всё, я сдох. Это реально, всё возможно. Почему я ему забыл? Я ему напишу сейчас пару словечков. Спасибо большое. Выпиши Ваню, будем попить. Семён, вот видишь, я теперь любимый ютубер у человека. Если это у правда. Кого? Почитай комменты. Очень приятно. У Гаста. Да, да, да. А теперь ты мой тоже любимый ютубер. У тебя голос приятный. Ой, я генератор нашел. Спасибо, и ребята. И ты у меня в друзьях, если это самое главное. У меня ключи. А у меня голос как? Рация. У меня голос какой? Денег нашел. Какой у тебя голос? Знаешь, как знаешь, что у тебя голос это как-то... У Хасибинин, как у педофила. У кого? У меня? Спасибо большое, реально приятно. Откуда ты? Как? Почему? Если будут идеи для видео, пиши в комментах. Мне есть идея для буду видео. Буду читать. Вот. Ну что, он опять видео. За мной? Ну это что ему? Какие идеи? Попробуй убить этого Джейсона. Да, я посмотрим. Как-то попробуем, может завтра. Так, смотри, мне нужен... Смотри. Мне нужен, короче, бензин. Давай, у меня тут тачка, у меня есть ключи. Ребят, а, у тебя ключи, точно, да. Ты еще живой. Я тебя могу... Ой, я в шкаф зашел. Какой шкаф? Ты можешь ребят, видеть меня? Смотри, я у воды. Где лодки там эти. Где? Ну, ребят. Видишь меня? Я бегаю там вот тачка машины. Есть? Да. И рядом лодочки такие. Он, походу, на мне.
Ребят, вас бесит так имеете, типа, Pro Max, Денис Pro. Давай так к тачке флешим. Знаю. Вот кого я у одной из тачек. Я у одной найди, из тачек. Так найди тогда бензин. Так помоги, ёпта. Приходи, да, я там, тебя отхилю заодно. А почему не найди в команде? Чего? Найди в команде почему-то. Не знаю почему. Не знаю. Я пойду поставлю. Меня кидануло, офигеть. Не жалко самого себя. Я не понимаю, какая это херь. Я согласна с тобой. Да. Приятно слышать, конечно, так от людей, видишь, Семен. Хороший комментарий. Я этого не знаю. Ребят, вот можно сказать, что пока у меня голос похож на похож на девчачий голос. Вот у меня голос. Полёт. Не шибко, ребят, не шибко. Ребят, ты не похож на девчачий голос. Малёха, да, как по мне. Так. Вы слышите? Главное, Гастер, если хочешь поддержать нас, так сказать. Собирай людей. У него есть поездка? Пиарь. У него есть поездка? Не знаю, у тебя есть поездка. Пиарь, где кто, где можешь. Да, Гастер, просто... Гастер, у тебя есть поездка? Ай, он на мне! Он на мне! Я убежал. Твой червяк. Он меня поймал, все. Пока. Меня штыгит. А что? Меня вообще тут тпхнуло. А у меня глаза выдали. А, меня уничтожило. Ошибка. Смотри, как меня уже задолбали эти ошибки, вообще я смеюсь. Меня сейчас выкинет, вообще, смотри. Смотри, смотри. Смотри, я тебе скину.